Как стать лидером и как лидерство меняет жизнь? Об этом мы с Настей знаем не понаслышке. И об этом поговорим с гостями студии. Как вести свой блог и зарабатывать на этом? Все секреты успеха от SMM-специалиста. Один из победителей областного этапа республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» Алексей Зайцев расскажет нам о своих проектах. Светские манеры, изысканные комплименты и обворожительные улыбки. Наш корреспондент, учащаяся 71-й гимназии Валерия Дробышевская, стала участницей юбилейного бала учреждения. Каким профессиям обучают в Гомельском государственном профессиональном лицее речного флота, узнала Карина Дубовец. Обо всем этом в нашей программе.